Сегодня я стал Крафти Корн для того, чтобы затроллить Фласку. Ну и помимо того, что я научился запускать фаерболы из своей магической кисточки, я получил несколько невероятных способностей. Например, я могу нарисовать все, что угодно на своем холсте. И это исполнится. Но получится ли у меня затроллить Фласку до тех пор, пока она не поймет, что это я? Досматривайте это видео до конца, чтобы узнать. Ну а мы начинаем. Ну что ж, ребят, как вы можете заметить, прямо сейчас я нахожусь в теле единорожки Крафти Корн. Но я сегодня и стал для того, чтобы потроллить Фласку. Дело в том, что теперь я злая версия Крафти Корн. И теперь даже когда я летаю, я становлюсь красным. И у моей кисточки и у моего холста появились новые способности. А как вы помните, я мог расщеплять абсолютно всех мобов и все перекрашивать. Но теперь я могу нарисовать даже фаербол, который просто появится, и я могу его запустить куда угодно. О, сегодня мы этим обязательно воспользуемся. А теперь у меня еще и сломанный холст, а также сломанная палитра. И это значит, что я могу рисовать различные, так скажем, проклятые штучки, которые будут пытаться нанести Фласке вред. Допустим, давайте мы просто к ней прилетим, пока она будет думать, что мы самый добрый крафтикор, но не тут-то было. Так, и подбегаем, и давайте постучимся! Скрэчи, перестань дробанить мою дверь, я занята. Чё, чего она взяла, что это я? Нет, это не я. Так, она смотрит в окно, давайте-ка мы покажемся ей. Оба! Да, куда? Ну и чё, Скрэч ушел, ну и пошел в задницу. Да куда? Я же только что подбежал к окну. Она издевается. А, вот он я. Да, она меня бесит, она меня. Специально как будто не видит. Вот он я, вот он. Где вы? Скрэч, да ты задолбал уже. Единорожек, да. Это ты. Привет, мой маленький сладенький пирожочек. Я знала, что ты ко мне придешь. Я тебя покормить хотела. Покормить? Не надо меня кормить. Короче, ребят, теперь, вот как вы помните, когда я помогал Фласке, я рисовал для нее TNT. Но теперь, если я нарисую для нее TNT, кое-что, так скажем, произойдет. Так, давайте-ка мы разметим тут все и по-быстренькому накалякаем. О, ты мне TNT рисуешь, а я тебе тортик подготовила. Тортик? Блин, Фласка такая добрая, а я сейчас ее буду троллить. Ну, извините, ё-моё. Вы попросили, Скрэч, потроль Фласку за Крафти Корна. Тоже тебе, мой сладенький пирожок. Да-да-да, сейчас, секундочку. Так, вот, готово. И теперь мы пишем динамит. И нажимаем получить. Оба, бесконечный динамит под полом. О, видит. Что это такое, бесконечный тинти? А как это работает? Она пытается его взять и пока не понимает, что происходит. Но сейчас вы все поймете. Пусть пытается достать. Зачем она ломает пол? Это не так работает. Не понял, он смотрит чисто на меня. Он живой? Ну давай, подбери его. О. Блин, я его сломала. Настолько натыкала по нему, что теперь на мне отравление. Ой, надо тортика покушать. Какая жалость. Да ладно, я даже не против, если она съест весь торт. И вообще, где мой холст? А, вот он мой холст. Так, давайте-ка мы Фласке нарисуем еще какой-нибудь. О, я летать умею. Я помню, ты эти приколы уже использовал. Так, погоди. Пойдем-ка мы с тобой прогуляемся. Куда прогуляемся? Я вообще-то троллить тебя пришел, а не гулять. Ребят, ну вы понимаете, меня просто куда-то тащат. С печеньками, не нужны мне эти печеньки. Куда, блин, ты случайно выронил печеньки? Я сейчас их все подберу. Держи, мой маленький сладенький пирожок. Блин, мне даже ее как-то жалко троллить. Но нет, вы попросили, значит, надо ее потроллить. Ну ничего, я потом все равно принесу из стак тинти, и Фласка все простит. Сейчас найдем с тобой что-нибудь интересненькое. У тебя мой маленький пирожочек, а у тебя есть домик? У меня нет, мне не нужен домик сейчас. Давайте-ка мы нарисуем. Так, нужно, знаете, сразу в палитру внести цвет кожи Фласки. Во, довольно-таки похож. Даже можно чуть-чуть посветлее. Во, шикарно. Да зачем? Она влазит в холст. Идеально. Она меня бесит. Давай рисуй теперь ножки и ручки. Какие ножки и ручки? Сейчас, мне нужно нарисовать. Давайте, один глазик вот такой, а другой синенький. Потом рожек, другой рожек. Сейчас мы Фласке нарисуем небольшой подарочек. Блин, правда, у нее волосы такие странные, их очень сложно рисовать. Ха-ха, похоже. Ёшкин ты кот, но ты
старался, мой маленький сладенький пирожок. Вот тебе печеньку за старание. Ща. Но можно немного подтянуть на лыке. И у меня появился план, ща. У Фласки же я совсем забыл, что у нее глаза находятся снизу. Вот так вот. Да еще скажу, ты рисуешь прям как Скретч. Вот он ровно так же, как ты рисует. Во, идеально, а? Ну теперь-то... Умничка, мой маленький, молодец. Так, ладненько. Ну, голова это самое главное, тело можно не стараться. Господи, я хочу первым делом нарисовать под ногами Фласки пропасть. Бесконечную, в которую она полетит. Надеюсь, она не подумает, что это как-то подозрительно. Во, идеально, а? Так, давайте ей покажем свой шедевр. Это я типа обкекалась? А, глупая Фласка. Ладно, так, палитра, что вы нарисовали? Пропасть, так получилось. Уху! О, вот это жесть! Да. Какая странная пропасть получилась. Ой-ой, надеюсь, Фласка не злится, но если что, я знаю, как от нее откупиться, вот. Давайте-ка мы поторопаним к ней в дверь. Надеюсь, Фласка не злится. Где она есть? Скретчи, я занята. Она издевается. Ладно, я сам могу открыть. У меня руки есть. Нужно поговорить о твоем поведении. С моим поведением все шикарно. Давайте ей печеньку дадим. Это мое же печенька. Мое же печенька меня не подкупит. Тоже отныне верно. Отныне этот торт... Было вкусно. Ты недостоин его. Да, в смысле недостоин? Так, давайте нарисуем Фласки. Изымаю печеньки. Отдай все печеньки. Ладно, отдадим ей все печеньки. Смотрите, ребят, у меня, короче, план. Что можно сделать, чтобы Фласка не расстраивалась? Так, мне нужно намешать цвет примерно. Все, здесь ты больше не... Еще раз ударишь, я тебе сейчас покажу. Ладно. Я тебе сейчас... Еще раз ударишь, я тебе ножки пообрываю вот этим мечом. Ты меня понял? Давайте уйдем, типа нам грустно. До свидания. Ну ладно, ладно, сейчас, Фласка, мы все сделаем. Так, еще не готов рисунок, не смотри. Так, мне получается нужно намешать цвет. Ну, наверное, пойдет. И теперь нам нужно нарисовать основу. Блин, какой-то слишком темный цвет получился. О, можно взять вообще цвет кожи. Он идеально подойдет. Так, вот таким вот образом. Это будет у нас розовая овечка. Да, это будет... наш подарок Фласке. Продлим немножечко рот. Теперь нужно нарисовать легендарные глаза овечки. Но чтобы Майнкрафт понял, нужно будет нарисовать глаза как у Фласки. И еще и рожки нарисовать. Господи, почему это так упорото выглядит? Так, немножечко нужно еще намешать тут цвета. Ну, вроде бы похоже, да. Теперь добавим рожки. Идеально, розовая овечка. Честно, нифига на овечку не похож, но в принципе неплохо. Нажимаем готово и пишем овечка. Овечка. Получить. Это что за прикол? Я не понял. Это что такое? Блин, я жирненькая. Господи, все, Фласка теперь овечка. Что случится? Вытащи меня отсюда, я слишком жирник. Ладно, помогу, так же быть. Сейчас дверь открою. Да подожди, не стучи. Вот. О, с кайфом. А вот так, смотри, уже не прохожу. Цвет своих флагов чисто. Но тебе идет, да. Как я стала такой? Как ты думаешь? Вот тебе лишь бы попеть меня. Тебе что, жопу надереть, а? Иди сюда, я тебе сейчас надеру жопу. Да тихо! Я тебе покажу, просто матрос. Да тихо! Тихо. Так, подождите, мне нужно скоро будет кисточка и фаерболы делать. Тихо. Так, нужно Фласку в космос отправить, в космос. Лети, а я пока сваливаю. Так, сейчас будем ее это... Овечья бомба! Так, подождите, я не смог в нее попасть при помощи фаербола. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Овечья бомба! Тихо! Тебе жопа, ты думаешь, если я розовенькая милая овечка, то я тебя не уничтожу? Я тебя уничтожу. Ща, я до дома сбегаю, быстренько превращусь обратно в человека. Так, ладно, пока. Так, она побежала домой превращаться обратно в человека. Ну, нужно по-быстренькому что-то нарисовать. Так, ладненько. Да, возьмем цвет кожи Фласки. Блин, но из-за того, что я крафтикорн, я не могу Фласку просто нарисовать ее рога и так далее. Мне нужно хотя бы примерно сделать ее голову, похожую на ее голову. Так, ладно, добавим волос немножечко. В принципе, неплохо. Да. Так, теперь нужно нарисовать ее глаза. Так, дорисовываем глаза. Ладно, так тоже пойдет. О, что за попугай? Не понял. Ладно, нужно нарисовать молнию.
Я надеюсь, это не фласка выпила какое-то зелье превращения и стала... Я надеюсь, это не она. Я просто молнию пока рисую, вот, ничего необычного, ничего подозрительного. О, смотрите, какая крутая молния получилась. Мне нравится. Можно еще добавить вот какие-нибудь типа эффекты. О, вот это я понимаю. И рога теперь. Так, последний штрих готово. Что? О, фласка бежит справа. Молния. Она стоит, смотрит на меня. Испугалась. Ах ты, Зевс, ах ты жопа сутулая. Я тебе покажу, я тебе твой молот в задницу запихну. Пришло твое время. Нет. Попкорн. Какой попкорн? Я крафтикорн. Тихо. Ладно, допустим. Так, я пока на этом доме посижу. Не достанешь. Пока она пытается меня достать, я успею что-нибудь нарисовать. О-хо-хо. Так, подождите. Нужно ее в лед заковать. Я не успел ее в лед заковать. Тихо. И на нее полет не накинулся. Так, чпок, фаербол. Она отбила мой фаербол прямо в полете. Вот это я крутая. Она два раза отбила мой фаербол. Да нет, она... Иди сюда, тебе жопа! Джорджи! Да, сейчас попади, мы... Мазила, попади! Она издевается, она отбила мои все фаерболы! Это капец какой-то! Что она делает? Она сумасшедшая! Лети! Так, мне нужно срочно что-то придумать! Так, блин, вода не раскрашивается, только земля! А где она? Я ее не вижу. А вот она. Лови фаербол! Да, она отбивает их! Я знаю! Я кину в нее фаербол, она отобьет его, и он прилетит прямо в ее домик. Не понял, где она делась? Под водой, что ли, ныкается? Господи, напугала меня! Не успела отразить! Ай-яй-яй! А что такое, маленький попкорнчик? Она издевается надо мной! Тихо! Да, давай с тобой поиграем. Только дом твой сейчас будет гореть. Нужно потушить. Ладно, дом жалко, поэтому мы его потушим. Я тебе сейчас устрою, Кузькина матрёха. Я тебе сейчас устрою. Ты пожалеешь, что ты боишься. Господи. Не будем, блин, она заметила, что я на этом доме. Так, что можно нарисовать? Нужно нарисовать быстрее фласку во льду. А, господи, нет. Она забрала мой мольберт. У меня теперь нет мольберта. Я его не смогу теперь получить. А что это такое у меня в ручках? А что это такое? Я тебе это не отдам, бэ-бэ. Нет, куда она унесла мой мольберт? Это же мой мольберт, Да. Ой, кажется, окон больше нет. Где мое стекло? Давайте... Вот, скинем вот это. Ты выбил мне стекло, и ты думаешь, что после этого я верну тебе твой холстик? Так, давайте втихаря проберемся. Не получилось втихаря пробраться. По-любому в сундуке мой холст. Надо его оттуда выкрасть. Тихо. Оп, все, сваливаем быстрее. И нужно в сундуке проверить. Нет, она забрала все из сундука. Ты че вообще офигел, мой сундук залазит? Ты вообще берега попутал? Тихо. Ты маленький попкорин, а? Тихо. Да. Нет, она отразила. Она отражает фаерболы, она слишком профессиональная. Тихо. Нужно сваливать на тот берег. Ребята, это просто... Я вообще не умею плавать, я акула. Что делает акула? Я понял, нужно прямо перед ней фаерболы кидать, чтобы она не успевала их отбивать. Но она за мной бежит. Так, все, в космос лети. Еще раз в космос лети. Сейчас будет бомбочка. Блин, она умеет управляться в воздухе. Ой, все, попасть не может. Ой, что такое? Пытаемся попасть. Ну, это капец какой-то. Тихо, блин, я даже блоки не умею брать. Ну, нужно сейчас будет все менять. Так, я знаю, что сделаю. Сейчас, тростник посажу. И поменяю его, нет. А что это? Это мы психуем, что ли? Тихо. Сейчас будет бомбочка. Да она отражает все фаерболы. Ну все, я понял, нужно... Ты че, ты офигел? Я буду чисто... Я буду чисто с воздуха работать. Во, идеально. Так. Она меня теперь боится. Давай, найди меня, Джорджи. Я тебя там вижу. Так, ладненько. Вопрос, куда она дела мой волс? Давайте-ка. Что это мы тут ищем? Ты не это ли искал? Да, это мой холст. Давайте у нее купим его, вот. Ты хочешь менять этот мусор на холст, который исполняет все твои желания? Так, давайте кивнем, да. Ой.
Ой, теперь у него тут фаербол висит, и пока его не сбить, он будет там висеть. Ой. Я так понимаю, Холст, ты не хочешь. Сейчас, я его хотел в окно выкинуть. Нет, это не то, что ты подумала. Я правда не это хотел сделать. Не, да куда она отражает? Да она издевается. Она хантрит крафтихорна. А что, от такого количества не получается, да? Маленький-маленький попкорненько не может попасть в фласочку. Да блин, теперь фласку я случайно в космос отправил. Ребята, она... Бомбочкой! Она надо мной издевается! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Ой-ой-ой! Тихо! Нужно бежать! Нужно бежать! Нужно бежать! 4 сердечка, 5 сердечек! Джорджи! Ой, господи, ребята, все, у меня сейчас скоро инсульт случится! Если вам понравился этот выпуск, обязательно влепите лайк! И, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Ну, а с вами были Фласочка и Скрэч! Всем удачи! Ух, и всем пока! На все, тебе жопа! На-н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 а-